Уважаемые коллеги, стартует проект Первого медицинского канала, цикл лекций, прений, круглых столов, заседаний, посвященных урологической школе. Много важных, интересных аспектов будет рассмотрено и терапевтически, и хирургически. Как видите, сегодня я в операционной, только закончил операцию, посвященную мочекаменной болезни. Об этом тоже мы будем много говорить. Я думаю, что всем это будет очень полезно и интересно. До встречи в эфире и смотрите выпуски урологической школы Первого медицинского канала.